У главной городской елки для анапчан и гостей города сюрприз. Шоколад ручной работы, конфеты, новогодние подарки, миндальные пряники, свежайшие пирожные, румяные пироги и, конечно, главный атрибут новогодних праздников – мандарины. Новогодняя ярмарка начала свою работу на улице Горького. Наши кондитера старались для новогодней ярмарки и напекли очень вкусных пирожков. Пирожные, пирожки, все очень вкусно, все довольны, все свежее, горячее. Вот. Мы предлагаем вообще чай естественно, они могут присесть попить чай. Городские мастера выставили на продажу свои поделки. Сергей Беляев не может ходить, но умеет творить удивительные вещи своими руками. Покупателям нравятся его изделия. Я беру консервную банку обыкновенную, разрезаю ее равномерно, одинаково, на нужное количество лепестков. И затем по своей фантазии и по количеству лепестков задумываю, какое именно изделие, рисунок я буду делать. Либо это будет стульчик, либо это будет банкетка, либо это будет настенная игольница, либо это будет зеркальце, подстаканник. Ну, в общем, как фантазия подскажет. Мясная и молочная продукция, индюшиные яйца, свежее мясо. Покупатели оценили товары местных производителей. Случайно увидели вот эту ярмарку и пришли попробовать продукцию, которую, ну, здесь местные производители. До этого мы уже молочную продукцию кушали, нам очень понравилось. Кушали овощи свежие, как с грядочки, тоже очень понравилось. Качественная продукция. Теперь решили вот попробовать мясную, сосиски, сардельки. Для нас это все новое, интересно, познавательно. Денис Задоркин привез на продажу бочковые соленья, приготовленные отцом по семейному рецепту. Глядя на моченые яблоки, квашеную капусту да с маринованными огурчиками, сразу просыпается аппетит. Рядом яблоки свежие. Яблоки уже взяли на пробу. Местных, кубанских, попробуем сегодня. На ярмарке можно не только купить разносолов к новогоднему столу, но и получить заряд хорошего настроения и бодрости. Евгений Козлов, руководитель гончарной мастерской, тут же изготовил знаменитого кубанского соловья с логотипом нашей телекомпании. Раз, два, горь не беда, а казакова поход идет. Символ наступающего года в самых разных вариациях. Проходя мимо, решила пройтись по улице Горького. И вижу тут такая красота, вы знаете, столько разнообразных товаров. Я до того рада. Уже много купила. Купила меду, вот, купила там конфет. Вот. Ну, еще планирую очень много купить, но это не вот пройдусь туда и потом назад. Знаете, как на всякой ярмарке, надо погулять. Вообще разнообразие очень большое, я очень довольна. Знаете, не заходя никуда, на свежем воздухе, приобрела очень много товаров. На ярмарочных рядах можно найти новогодние украшения, шары, гирлянды и даже елки. Большое разнообразие оригинальных подарков. Праздничное настроение покупателям гарантировано. Вежливые, приветливые продавцы и приятные новогодние цены.